Вот такая линия электропередач на нижней бензоправке. Вот этот столб, он держится на проводах и вот-вот должен упасть. Только самое печальное, что здесь бензоправка. И не дай бог, что-то где-то... Я просто не представляю, последствия могут быть очень печальные. Вот такие древние линии электропередач. Интересно, долго они простоят, нет? А вот, пожалуйста, они тоже висят на проводах. Эти два столба сгнивших. Они просто держатся за счет натяжения проводов. Тут же на земле лежит бетонный столб, но, видимо, ставить его некому или не хотят ставить. Не знаю, причин, наверное, много. Скорее всего, не хотят. Судя по тому, как он зарос травой, он здесь лежит очень давно, может, даже не первый год. Вот возле трансформаторной будки линии электропередач, он опоры падает, ее подперли каким-то столбом, который сгнил уже и висит на это, на втором. Интересно, так все сделано. Так, это у нас получается улица Набережная.